Привет всем, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой очередной домашний концерт. В первую очередь поздравляю вас всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. И сегодня будет необычный концерт. Дело в том, что так непросто, я еще не записывала песни. Ситуация в республике становится все напряженнее. На этой неделе стало известно, что количество пострадавших от коронавируса увеличивается все больше и больше. Также есть и летальные случаи. Это, конечно же, ужасно. И также сегодня стало известно, что в Соединенных Штатах Америки за сутки умерло больше 4000 человек. Дорогие друзья, по-моему, это, ну, очень грустно. К тому же недели самоизоляции, они наталкивают на очень глубокие, очень такие сложные мысли, от которых мы, возможно, все это время убегали, прятались за работу, прятались за быт. И сейчас, когда мы от всего отключены и от всего освобождены, мы не можем скрыться, мы не можем убежать от этих глобальных идей, от этих глобальных мыслей. Мы не можем убежать от самих себя. И первую песню, дорогие друзья, я хочу посвятить всем, кто лишился родных, близких, друзей, знакомых, тех, кто умер от коронавируса. Я надеюсь, что эта песня их поддержит. Я надеюсь, что они найдут в себе силы справиться. И мы, конечно же, молимся за всех, за нас, за всех, чтобы поскорее все это, конечно же, закончилось. Высокой, свет зовущий.
детей твоих. Yours, I pray.
прежде всего, и еще тем более накануне такого прекрасного православного праздника, нам остается благодарить небеса, благодарить высшие силы за то, что мы имеем возможность любить, мы имеем возможность заботиться о наших близких, что они рядом и что они здоровы. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя! Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы, живут всем вопреки собой воюя. Позволь простить, забыть, любить и жить добром, и просто быть во благо этой жизни. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя, аллилуйя.
дорогие зрители, следующая песня тоже очень непростая, но она, я думаю, что необходимо ее включить в этот концерт. Она как раз, скорее всего, тех, кого сейчас кажется, что нет с нами. Но на самом деле они всегда будут среди нас, они всегда будут нас поддерживать. Мы будем всегда помнить о них и, конечно же, любить. Следующая песня, я надеюсь, подарит вам более светлое настроение, но она как никогда сейчас актуальна. И я надеюсь, что в скором времени все переменится. И ветер страха, ветер разрушения сменится на ветер созидания, любви и нежности. Земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь, разлука, обиды, зла, им нет числа, сквозят из всех щелей.
сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Прогнав ветра измен, развеет он, когда придет пора. Ветра разлук опит ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель земля. Возвращаются на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен он придет, он будет добрый, ласковый ветер. Друзья, к сожалению, мой третий домашний концерт подошел к концу. По-прежнему жду от вас отзывов. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты. В общем, я жду, конечно же, вашей поддержки. Также продолжаю ждать ваши заявки, ваши предложения по поводу того, что исполнить в следующих концертах. Уже есть несколько предложений. Серёжа Охотников, я помню про тебя, твое предложение, оно будет исполнено, не переживай, в следующий раз. И, конечно же, желаю всем крепкого здоровья, будьте счастливы и всем большой любви. Пока, до новых встреч!